жутко смешная. Мы вышли из дома. Жутко. Мы вышли из дома в машину. Мы не вышли на улицу. На почту. Сейчас как раз посмотрим, работает. Работает, но народу мало. Мы брали картонный, что ли, конверт? Мы согрели. А, да. Они у себя там, по-моему, никто не в масках и не в перчатках. На почте тут вся упаковка, всякие коробочки, конвертики. Ты там себе выбираешь, что нужно. Одинаковые все. Сам коробочку складываешь. Нужно все заполнить, положить в конвертик и отдать. Ой, что тут? Мусорчатка. Даже здесь написано упаковка. Выберем коробку, подходящую для тебя, и упакуем. В общем, была почту, сходили, все нормально. Отправили письма. Но никто нас не укусил, никакой зомби не плюнул, не кашлянул и не чихнул даже. Но работники, вот реально, даже работники без масок. Я вообще для одного человека, наверное, в маске только видел за все время. Нет, я очень много видела в масках, потому что я часто бываю в продуктовых магазинах, Леша там не бывает. Сейчас вот мы поедем что в продуктовый магазин и посмотрим. Так, ну народу много. Есть даже кто в масках. Так, Ангелин, канцелярия нужна? Вон тетрадки. Возьми, пожалуйста. Ты в очках? Ты с Ангелинкой построй, она канцелярию выберет, а я пойду туда. Ну, пустоватые полочки. Тут нормально все. Здесь было мыло. Подпись «Было мыло». Остался только Дав. И вот таких несколько видов. Подготовка к Пасхе полным ходом. Другого чего-то мало. Нужно найти. Люди, кто без масок. О, тут что интересно было. Есть опустошенные полки, сухие завтраки есть, чипсы изредка встречаются. Отдел с лапшой быстрого приготовления. Тоже мало что осталось. Интересно. Вот этот вот пасхальный кролик. Класс. Посол.
смотрите, очередь в магазин. Тут перед магазином стоят вот так люди. Пускают только определенное количество человек. Представляете, по 10 человек запускают только магазин, и пока те предыдущие 10 не выйдут, они следующую партию не пускают. Стоим, ждем. Никто не в маске, кроме меня. Эх, жалко, не видно, как я улыбаюсь, блин. Инстаграм вообще. Все хорошо, продают букеты, как обычно. Смотрите, какой цвет розочек. Апельсинов предостаточно. Нет, ничего не подорожало, говорила она. Посмотрите, сколько стоят яйца. Так, яблочек меньше, лука меньше. Конечно, так пустовательненько, народ есть, но никто не в масках. Одна касса работает. А, вон вижу дяденька в маске. Ну, в общем, в целом все спокойно. То есть не так, как обычно, все заполнено, вот, например. Но еда есть. То есть вот это масло уже туда не выставляют, бобы не выставляют, сразу торгуют из коробок. Я взяла немножко, 100% вяжет апельсин, высок, молоко, кофе, салфетки, помидорчики и апельсины. Я не знаю, что с ценами, но вот такой маленький сникерс стоит почти $2. Сегодня сделаем фрикадельки маленькие такие, не фрикадельки, а митболс, да, здесь называется, с луком, с яйцом, говяжий фарш. Будем тушить вот в таком соусе томатном и добавим соль, паприку и черный перец. Вот такие фрикадельки, ну, размер прям такой маленький, шарики. Выкладываем на сковородочку, обжариваем с двух сторон, потом соусом заливаем и тушим под крышкой. Минут 15-20. Но это говядина, поэтому минут 20 лучше. Все, тушится под крышечкой. Вот такие фрикадельки получаются. Прям шарики-шарики. Митболс, да, дочь? Все. Когда в салате лука больше, чем помидоры. В борьбе с коронавирусом все средства хороши. Ну что, Ангелина не будет показывать сама. Вот ее завтрак. Свежевыжатый апельсиновый сок и горячие бутербродики. Давай, Ангелюшка. Горячие еще, да? Не будешь пока кусать? Не будет она вам показывать кусать. У нас сегодня на двери разбили стекло, представляете? Ночью, видимо, что-то случилось. Кошмар. Апокалипсис, зомби, кто это? А вот уже какие березы. Красавишные. Березочка. Это парковка спортклуба. Вон там вход, написано LA Fitness. Это сетевые клубы с бассейнами. Большие довольно-таки. Все закрыто на карантин. Там никого. Ну, кто-то вот стоит, но это я не думаю, что в клубе. Это просто, может, в соседних домов машины поставили. Смотрите, на каком расстоянии сейчас разговаривают встретившиеся люди. То есть они сейчас вплотную друг к другу не подходят. Просто вот так стоят и общаются. Ну, на расстоянии 2 метра все правильно, все соблюдают, все указания.
Это почту привезли. FedEx. Вот видите, оставляют прямо открытую машину, идут, относят. Тут цветет все полным ходом.